Friend Activity. И там какой-то друг играл в эту игру. Очень интересно. Мне интересно. И такое. Звучит очень интересно. Это как найди кнопку, только надо еще и запомнить, типа, что написано, да. Так, туториал. Ага. Подожди, эпичный батл. Подожди, а я, по-моему, где-то это видел. По-моему, игра в какой-то... О, стоп. Я, по-моему, где-то видел, типа, такое. Эту анимацию. Скорее всего, от какого-то создателя, где тоже это идет. А вроде что-то Sans Battle, только там, где мега должно быть эпично, это говно полное. Вот, потому что... Как бы вам сказать... Это мне никак не топахал игру, когда я топахал там... Вот. Включила. А, где кто не мог зайти, мне, наверное, что-то надо активировать, чтобы не мог зайти. А тут, ну, я понял, тут какие-то типа загадки. Так, значит, Unveil. Подожди, мне уже надо искать код? Тут какая-то кнопка. Уже надо искать код. Так. Ладно. Не знаю. И ачивки будут точно давать? 1, 6. Мне кажется, это слишком легко. Может, это туториал, я не знаю. Блин, слушай, походу спрятали. Так. Профила не понял. А вот 60-82. Пока что скучно, но музыка хотя бы меня как-то веселит. Да. Так. Больше, больше какие-то коробки, надо их прочекать. Так, блин. А, 5183. Мне уже нравится. Ага, я вижу. 6, 7, 2, 1, да? Ну, если неправильно веду, я, конечно, не буду пробовать. Дай мне яблоки. Прикольно. Ага, 9, 3, 0, 4. После 9304. 9304. А до этого что? А. 47. Максималка или минималка? Блин, вот, не люблю, но здесь он еще не будет спрятан в какой-то глупе. А, нормально, 3756. Так. 3756. Ну что-то есть или нет? Алло, кот-то? Так, это сложно сейчас. Где мы
тут код здесь? Меня троллят? Расскажите. Вот тут что-то, блин, пистолет тут рафнул. Из рук тут какие-то маленькие циферки на нем. Пистолет вроде пистолет. Смотрю, тут от стены что-то отличается. 5-1-1-4. Блин, кстати, это пока что такое может быть, но я думал, может быть какая-нибудь картина, типа. Да ну нафиг! Да я тут смотрю жестко. Ладно, погоди, я застрял, что ли? А, блин, я тут не должен тут вообще. Лабиринт, я понял. Так. Блин, прикольно. Наверху, кстати, звук будет, наверное. Там пули. Так. Кладмен. Давай не шути. Ого. 8-6-4-8 Дальше. А, тут. А, подожди, подожди, подожди. 1-9-3-4 Ну, если... Все уже уж становится, уже давно заметил, я не понимаю почему. Я же понял, что тут код для дырки в стене, но на всякий случай. Он меня обманывает. Я туда зайду, да. Просто даже интересно, что там. Так. Не говорю, что меня обманули. А, не вот. Чё тут пули, что у тебя есть? 5-3-8 Вот надо видеть, что все уже уж становится, я не понимаю почему. И давай сразу. А, я хотел по мотикам проверить, но 0-3-6-2 Ху-ху-ху. Тут под машинами чекать. Это самое такое гениальное, мне кажется, место. Так. Жди. А, вот код. 5147. Ху-ху-ху-ху. 4-6-2-3-9 Чё такой код-то жёсткий? И вообще заправлять надо будет, просто буду фотать всё. Может, телек какой-нибудь включит, и там будет код. И потом пару циферки надо не будет искать. Фигеть, возможно. М, а не это. Чё? 3-1-3-3-5-6 Прикольно. Так, давай, проходи. Диван. По дивану. Стул. Стул так стул. Так.
и где? Как интересно. Может, в стенки где-нибудь опять надо пойти? Ну, я думаю, они как-нибудь отличались. А это что? Это тень, типа, так, я ничего не знаю. Ну, что? Питерка. Переиграл в спектр. Я давно уже в нее не играл. И не собираюсь, мне уже наскучило. Так, вот так вот, да. Так, ну и что, в принципе? Ну, надо думать, где он может быть. В коробках точно, может, еще в коробку не зайду. В большую, или они все-таки. Или какой-нибудь коробки вход есть. Но я думаю, он будет как-то выделен. Да, бля. Стулья, зачем тут стулья? Уж на стульях какой-нибудь еле невидимый кодик. Уйдите нафиг. Просто так тут много стульев. Вот этот стул тут, наверное, самый непримечательный. Бля. Диваны. Что он может быть где? Диванами, я смотрю, нету шкафы. Шкафы бурилось, там что-то было. Так, ладно, может тут код. Ну. Че он такой все баганое и расфигаченное? Может тут. Блин, если скрытые цифры, то боже, я не могу. Я могу сюда прыгнуть. Ведь оно ещё как-то поменяется, я не знаю. Кликается. Control Face он напоминает. О, сейчас, подожди. Это же, конечно, было бы, да, бред, но все равно. Я не понял. Руфа. Тут я не вижу кода. Урнутюре. Это нафиг надпись. Урнутюре. Вот тут есть какой-то вопросик, может, мне так помогут. Ладно, спасибо. Ну, блин, это реально давно надо поменяться. Просто он будет спрятан под и все. Сюда тень падает, я не знаю. Связан ли это вообще как-то? О! А, это мои ботинки! Блин, я на это уже не проверяю, потому что, ну, мало ли. Кто-то нам на код какой-то подвести. Удивительно, окей, а есть просто пустое поле. Что не так? Бля, я брать не могу. Блин, я думаю, меня троллят. Я думаю, тут больше невозможно идти, а иначе, ну. Где? Чёрт. Я реально сейчас думаю и не понимаю.
это надписи, наверное, что-то. Я могу еще попирать код. Что это за точка тут? Какие-то теневые точки. А что за жесть? Ну где тут может быть код? Нигде он не может быть. Боже, я раз не проверял под стулом. Я по-моему проверял под стулом. Может говорить, что этот код его фиг прочитаешь. Ну там 80 что-то, 80, 142. Боже, я вроде проверял. Диван. Так. Ага. 6, 3, 2, 9, 6. Как спрятано! 70, 46. Нифига вы спрятали смачно. Я это чудо, что я нашел. Чё? True click, computer screens. А, может я должен на computer screens посмотреть? Вот на это, допустим, кликнуть, и он типа включит, и мне код покажет. Чего? Чё написано, блин? Я не англичанин, видите, нафиг. Так, ладно, стоп, еще раз. А ну-ка. Ну, блин, я не вижу тут никакого кода. О! О! 2906, хорош! Я хочу посмотреть, могу ли я, типа, вот там взаимодействовать, я могу. Пошли. Разбили. Ну просто на коробке чекать, я не знаю, или под столом. Ладно. О, подожди, что-то видел. Да. 416. Нифига вы негры так прятать. Жесткий. Так. Это уже все сюда, я опять что-то видел. Ну знаешь, как так мелькает что-то белое? Там вроде где-то. Смелькает. Какой-то на 2 миллисекунды вижу код. Ладно. Я хочу немного подкисать. Не важно, что я буду делать. Поэтому будете сейчас смотреть то, как я флекшу.
Негр, отойди от меня! Если кому интересно, куда я ушел, я пошел смотреть ребут и на МТ. Ну да, все премьера. Что ты умерли? Мешай! Какой робукс? А, надо. Давайте помогу, короче, кот нафиг. Давай. И сегодня добрый. Блин. Черт, я хочу досмотреть! Ты что вообще негр такой приперся? Ну чел? Уйди, кстати, тут наверное кот. Старенько, короче. Пришел, блин, не помешал. Чел, ты знаешь код? Зачем ты знаешь код приходил? О, ты мог все это время сидеть и предполагал, кстати. Просто я тут не сидел, и я думаю, там точно. У меня и танцевать было нормально. Блин, а где код, кстати? Хороший вопрос. Блин, мне огромное желание продолжить смотреть, как негр пришел. Чего я негром называю? Пару. Так. Он тут рабился и сейчас нафиг кинет мне репорт, потому что кто он об этом нафиг всем узнал, и мне прилетит баг. Блин, мне казалось, там код был. Сейчас. Блин, вот
конечно, да, абсурд точно там будет. Так. Тут не... А, вот! Я нашел! Я нашел! 70-23. Пошли. Так. Хорош! Ну, он тоже нашел там. Так. Пойдем дальше. Не, вампа прикольная, только от меня Антон. А, во, кот. Блин, негр, ты увидишь сейчас? Давай. Да какой кот? Я не вижу. 4-4-39. Води. Сейчас запомнить не можешь, соболезно, пойдем. Пока 47. Ууу, расстреляли. О, кнопка. 6-5-9-3. Давай, ты води. Сейчас что так медленно водим? Ладно, вот тут. Неправильно вел. Ты легенда? Почему ты неправильно вел? Ладно. Какой-то он странный, ну ладно. Дверь! Может, ее надо отодвинуть как-то, может быть, еще кнопка где-нибудь. Ой, нифига, это что? Это что? Это парафа, типа, наверное, да. Так, ну, в коробку лучше поискать, ну, что там какая-то кнопка будет, и типа это отвалится, я не знаю. Так, ну, ищет он вроде хайпово. Блин. Где нафиг? Так, стоп, пожалуйста. Чуть-чуть нашелся. Оттуда смотрит. Так. Дверь тут, наверное, неспроста. Я, конечно, не знаю. Это чуть туманность. Нашел? Нашел. Где? Чё, где ты нашел? Чем молодец, он сам нашел. Где показывай, я хочу посмотреть. Блин, я не знаю, где. Ну сейчас ведет его. Ладно, красава. Давай дальше. Кнопки можешь нажать? Не кнопки забей. Так, а вот кнопка, негр, ты что, я не видишь, боже, слепой. Ты дверь откроется? Или он на нее нажался? Что? Так, ну что-то кнопку была, так подожди, он тут стоит что-то. Так, я не понял. Ну коробку нужно почекать, да? Я думаю, это же баян, если они тут прятаны, но это баян полный. Надо почекать. Так, ага, баян. Маленькие коробки. Если тут спрятано, то это жесть. Так, ладно. Смотри, что это за кнопка? Нажмись! Ириха. Сложно. Чё, смотришь? Смотри там. Чё, смачно прочекать. Где надо коробки ещё прочекать, эти мелкие? Конечно, знаю, что они тут, ну, код будет тут, потому что, ну, блин. Я думал, что все-таки что-то связано с этой кнопкой, но я не знаю, она не нажимается. Ну что за кнопка? Может, он на нее уже нажал, я не знаю. Что-то произошло там. Я думаю, надо нажать на это, тут будет какая-то тревога, это будет все мигать, дверь откроется, там кот нафиг. И вот так. Ну, не знаю, кто мне нужен. Потому что это баг, ну что нужно нажать, что он умный. Нажимается. Вот это надо обязательно пропустить. 5-1-9-1. Серьезно, боже, чел. Вот это заметил, ладно. О, кстати. А. Блин. А тут? Ладно. Ну, кстати, сюда могу лезть. 3-7-9-6. В таком тупом месте спрятано. О,
уже, хотя еще тут буду дофига всего чекать. Я так просто порофу. Ну и тупое место. А ладно. Так, стоп, стоп, стоп. Ладно. О, нашел код. Чё-то хорош. Стоп, стоп, стоп. Я там вроде его, кстати, видел, ладно. Чё, мы пошли? Ура! Ю-ху! Че, мы прошли! Молодцы! Может быть, это рофл, и типа сейчас... Не, не, все, мы прошли. Че, мы молодцы. Да, да мы молодцы, молодцы, да. Да-да-да, ладно, все. Сейчас я ему напишу. Буе нафиг. Буе. А. Так, все, пошел смотреть тербуты на мета, мне не мешал.
ладно, хватит пока что Роблокса, как раз я смогу видео, типа, если еще будет в другую игру, то, скорее всего, назову и, ну, как-то так, ну, так, типа, да, если я, короче, если я видео буду играть в одну игру, типа, то есть я могу ее назвать, допустим, ищу кодики, или, я не знаю, ищу пароли, ищу цифры, вот, а если, если я буду играть, допустим, в эту игру еще пойду бы два раз, то оно как-то уже, да, ну, вот. Ну, плюс я не хочу, в принципе, никакую еще игру искать, идти играть. Я просто пойду еще, скорее всего, в Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Brawl Stars, да. Ладно, все.